Ваня Колин – юный защитник, занимается дворовым футболом 4 года. Все это время гонял мяч по полю с обычной травой. Говорит, искусственная нравится больше. Вообще на полях, где настоящая трава, там кочки, здесь поле ровное. Да, падать не больно, бить удобно, бегать тоже очень легко. Быстро можно. Несмотря на превратности пандемии, площадку сдали точно в срок, даже немного раньше. А ведь объект сложный. Поле – это многослойный пирог с дренажной системой. Больше 100 тонн песка, больше 200 тонн щебня. В итоге поле само отводит талые дождевые воды, оставаясь сухим. Сегодня на приемке объекта присутствовали все причастные к его строительству. Искусственной травы 11 тысяч марка. Только на ощупь понимаешь, что это не настоящая трава. Александр Прокопьев – один из тех, кто поддержал идею появления на потоке поля для мини-футбола. По убеждению депутата Государственной Думы, подобные спортивные площадки, к сожалению, есть не везде, но они крайне необходимы, особенно сейчас. Эта площадка от начала и до конца строилась во время пандемии коронавируса. И сегодня мы все, кто проектировал эту площадку, все, кто ее строил, финансировал, отметили для себя, что сейчас она стала еще актуальнее. Потому что, к сожалению, у многих из-за этой пандемии сорвались планы на лето, отпуска, и ребятишки проводят время в городе. Поэтому я думаю, что сегодня эта площадка будет по-настоящему востребована. Ой, молодец! Глядя на мальчишек, гоняющих мяч, не удержался от пенальти и глава Октябрьского района Вячеслав Новиков. Это символично, теперь объект переходит на баланс города. Кстати, еще до открытия этого поля в администрацию района поступали предложения от взрослых команд, которые просили площадку арендовать для своих тренировок. Но позиция в этом вопросе и у заказчиков, и у властей города однозначная. Она будет эксплуатироваться именно под детей, именно под бесплатные, все категории детей, в том числе стоящих на учете. Да? Мы будем организовывать тут соревнования дворовых команд с микрорайона, допустим, Восточный, ВРЗ, Центр, Поток. У нас получился очень такой правильный, мощный проект. Уверен, что он будет являться центром притяжения жителей, я думаю, со всего города. В ближайшее время будет составлен график тренировок. Сейчас продолжают принимать заявки от дворовых тренеров. Добавим, что на искусственной траве смогут заниматься только организованные группы, ведь футбол – это коллективная игра. Но при этом платить за тренировки не нужно. Строительные работы на футбольном поле полностью завершены, объект сегодня приняли. Но еще необходимо закончить благоустройство прилегающей территории. Торжественное же открытие ожидается в конце июля. Илья Кочетков, Андрей Печоркин. День с толком.